Накануне на ЖД вокзале в Тирасполе было многолюдно. Как будто пустили поезда, а автобусы пошли по всем международным маршрутам. Это проходил «Гараж-фест» – уникальная новогодняя ярмарка. С поездами лучше не стало, но платформа 9 и 3 четверти появилась. Доехал ли кто-то до Хогвартса, сейчас все расскажем. Сразу попадаем на платформу 9 и 3 четверти. Здесь над головой летает дракон, а старинная шляпа встречает волшебников и определяет их на факультет. Этот дракон был сделан специально для этого фестиваля, гараж-феста, для этой ярмарки. Поскольку у нас тема Гарри Поттер, то мы решили, что самым лучшим вариантом будет сделать именно венгерскую хвосторогу, того самого дракона, с которым сражался Гарри Поттер. Волшебный потолок Хогвартса тоже есть. Проходим под ним и попадаем в зимнюю сказку. Большая натуральная елка до потолка в самом центре вокзала. Вокруг около 20 ремесленников. Детские резиночки и заколки, елочные игрушки, венки, восковые свечи, натуральная косметика. Почти все ручная работа. Что привезли на новогоднюю ярмарку? Мы сегодня привезли нового товара. У нас есть красивые шкатулочки новогодние с лошадками. Очень волшебные получились. Есть лошадочки такие тоже, елочки, подсвечники, снежинки. Все в стиле ярмарки? Да, все как положено к Новому году. Что выбираете сейчас? Мы берем вот чудесную шкатулку. Пригодится для украшения, просто для новогоднего интерьера. Ну, не смогла пройти мимо, взяла лошадку, но чувствую сейчас, купить? Муж меня будет уводить отсюда, очень новогодняя не, атмосфера. Муж не жадный, не уведет. Волшебная, сказочная, очень хорошая Пойдем. Задумка была сделать именно на вокзале. Новогодняя ярмарка длилась 2 дня. За все это время на ЖД вокзале побывали более 1000 гостей. Оркестр и хор тоже были.